В Омском аэропорту взволнованные родители ожидают возвращения своих чад из Крыма. В этом году впервые школьникам Омской области посчастливилось побывать в знаменитом лагере «Артек». Сейчас он носит название Международного детского центра. На смене, которая была посвящена его 90-летнему юбилею и называлась «Днем рождения Артек», отдыхали 20 ребят из Омска и 5 районов области. Это победители творческих конкурсов, соревнований и отличники учебы. В Крыму омские ребята тоже блистали своими талантами, участвуя в артековских мероприятиях. Я стал гордостью Артека за следующее. Я почувствовал себя в роли юного журналиста Артека, был на пресс-конференции с Алексеем Анатольевичем Каспрушаком, также с министром образования. Еще я вел 2 концерта. Это «Общий костер», где собрался весь морской лагерь, и «Перекличку поколений». Это в преддвериях было юбилея. Ребята признаются, 3 недели, проведенные в Артеке, станут самыми незабываемыми. А главными приобретениями считают новых хороших друзей. Каждый, кто здесь побывал, помнит дни, проведенные на берегу Черного моря. Помнит друзей своих, которые он здесь приобрел. И вот мы повязали такую веревочку на память, паутинка, о нашей честной и бескорыстной дружбе. Каждая минута, каждая секунда даже были запланированы, распланированы. Там совершенно не было свободного времени. Но это, конечно, очень хорошо, потому что туда собрали одних активистов, и это было очень замечательно. Мы даже жили в палаточных лагерях, в палатках 2 дня, взбирались на Айдаг. Там чего только стоило просвещение в артековцы на тропе к вершине Айдага. Это было здорово. Мы разучивали клятвы, разучивали песни. Это очень здорово. С ребятами как бы подружились. Мы думаем, что с ребятами все-таки соберемся на столетие Артека там же, в Крыму. И надеемся все-таки встретиться и с нашими любимыми вожатыми. Это место мечты. Это море, горы, походы разные, палатки. Это просто класс, шикарный лагерь. Для родителей этих ребят дальняя поездка не вызвала ни капли беспокойства за любимое чадо. Скорее наоборот, отдых в Международном детском центре стал лишь очередным поводом для гордости за успехи своего ребенка. Очень долго ждали этого, и это приятный сюрприз, что пришлось побывать ему в путешествиях. Он уже 2 раз в Санкт-Петербурге побывал, впечатление огромное количество, а сейчас на море это еще больше. Расширяется кругозор, и вообще я очень рада, что он побывал в таких местах, и достиг и сам. Во-первых, это его же достижения, собственные. Самое неожиданное, наверное, что позвонили дирекции Артека и поблагодарила за воспитание сына. Я так понимаю, что он стал гордостью Артека этой смены, а смена юбилейная. Ну, мне сложно сказать, потому что мы еще не обменивались такими эмоциями. А больше всего я рада, что он увидел настоящую и почувствовал настоящую дружбу. Это самое главное. Потому что все-таки все, что мы наблюдали по телевидению и читали в интернете, мне кажется, что это самое дорогое. Чувство дружбы в детстве. Поездка в Артек стала реальной благодаря федеральной программе, которую осуществляет в нашем регионе Министерство по делам молодежи. В этом году по программе, федеральная программа, которая оплачивает федеральный бюджет путевки, областной бюджет оплачивает часть транспортных расходов, поедет всего 190 детей из Омской области. Это достаточно приличная квота для омского региона. Вот такая квота чуть меньше, чуть больше по всей России. Выезды детей из Омской области в Артек распланированы на весь год вплоть до 28 декабря. Ближайшая смена под названием «Кино в Артеке» стартует уже 24 июня.